О пользе иммунной воды Эрада знают многие. С ее помощью можно побороть даже хронические заболевания. Ее можно пить, в ней можно купаться, использовать в качестве компрессов и даже промывать нос. Месяц назад совместно с телерадиокомпанией «Анапа Регион» был запущен фотоконкурс «Живая вода». Поучаствовать в нем мог каждый желающий. Победителей было четверо, и каждого ждал приз. За третье место 50 литров живительной воды, за второе 70 литров и за первое место 100 литров иммуноводы Эрада. Также был и приз зрительских симпатий. Победительница, спортсменка Любовь Кузьмина, получит 30 литров подарок. Приз зрительских симпатий получает Любовь Кузьмина за фото такое в формате ЗОЖ, которое она сделала в Кабардинке, недалеко от места, где сел на мель корабль «Рио». И мы также рады вручить ей 30 литров воды и пожелать, как и всем участникам конкурса, крепкого здоровья. Работа Ренаты Кадыровой заняла третье место. К сожалению, присутствовать на вручении автор фотографии не смогла. Поэтому ее подруга Светлана пришла к нам для получения приза. Поехали отдыхать с друзьями, и Рената узнала информацию о конкурсе. Вот, она увидела красивый водопад и красивую природу, которая была рядом, и сделала фото. Второе место занял Тарас Трепетен. Он детский инструктор по плаванию и с продукцией «Рада» знаком давно. Вопроса, участвовать в конкурсе или нет, не было. Спасибо большое Эдуарду. Я сам пользуюсь этой водой. Оздоровел, то есть похудел килограмм на 15, и много очень заболеваний сопутствующих прошло. Эту фотографию выбрали, потому что там очень яркие дети улыбаются, светятся, и в этой атмосфере такой хорошей, красивой. Первое место у Алексея Яковлева. Его работа «Рассвет на озере Суко» набрала больше всего лайков и одержала победу. К сожалению, из-за командировки присутствовать на награждении Алексей не смог, но приз будет ждать до его возвращения. У него замечательный, на мой взгляд, снимок профессионала. Там насыщенная игра цвета, света. Всем участникам также вручили памятные подарки от «Анапа Регион» и «Европы Плюс». В дальнейшем Эдуард планирует сделать такие конкурсы регулярными. А пока все желающие могут подробнее узнать информацию об иммунной воде Эрада на сайте и заказать по телефону 8 918 052 300 2. Ника Пастенос, Михаил Попов, «Анапа Регион».